везде. Это, видимо, искренне любят нас и наше творчество. Надеюсь, сегодня мы вас порадуем чем-то особенным. Получилась такая песня, называется «Time Slow Down». Песня, которую я сейчас исполню, была написана моим другом, и я обещала, что я ее сделаю, потому что обещание надо выполнять. И вот, собственно, сейчас вы услышите, что из этого получилось. Песня называется «Двое». Казалось, странно, мысли улетают.
Лавишный Владимир Нестеренко. Да, действительно, человек, который заслуживает очень многого. Остался в Москве. Thank you.
Правда, потому что Олимпиада сегодня. И вообще плохо говорю. Я, наверное, лучше буду петь, да? Как вы думаете? Вот, и, наверное, самое время, да, представить музыкантов, которые сегодня со мной здесь на этой сцене. Гитара Руслан Смага, ударный Дмитрий Минников, бас-гитара Евгений Панфилов. И, конечно же, Владимир Нестеренко. Thank you.
Держись, держись за мою параллельную вселенную, мои крылья, белые, белые сны. Держись за мою параллельную вселенную, мои крылья, белые, белые сны. Держись за мою параллельную вселенную, мои крылья, белые, белые сны. Держись за мою параллельную вселенную, мои крылья, белые, белые сны. Спасибо. Сейчас будет премьера песни. Песня написана одним моим другом. Очень хороший человек. Алексей Кузьмичев. Песня называется «Право выбора». Превращается в лёд.
Сейчас мы на сцене останемся с Владимиром. Ребят, пока отдохнут немножечко. Песня, которую я сейчас исполню, мы написали вместе с Юрием Топчем. И написана она на стихи Тани Ивановой. Сначала была написана музыка, и когда я попросила Таню написать текст, она принесла этот текст. Я посмотрела, говорю, да, здорово. Лучше, чем за четыре моря. Она говорит, это я тоже написала. Да, понятно. То есть вот такой казус у нас произошел. Сейчас вы оцените, что у нас получилось. You'll be
Сейчас снова приглашаю своих друзей. Гитара Роснасмага, Дмитрий Винников, барабаны. Бас-гитара Евгений Панфилов. Ну, этого человека представлять стоит, потому что это Владимир Нестеренко. Владимир Нестеренко, кстати, потрясающий проект, органное трио. Будет возможность попасть на его концерт, обязательно попадайте, потому что это не стоит пропускать. Еще одна песня, написанная мной несколько лет назад. У нас у всех бывают истории с печальным концом. И вот эта история с печальным концом, она повлияла на написание этой композиции. Песня называется «Сгораю». Oh,
спасибо. Нашего такого мини-концерта звучит песня, которая называется «На прощание». Владимир у нас сегодня олимпийц. Давайте мы еще раз поаплодируем. Да, хорошо, что вы не поняли. Сознание на миг.
Спасибо большое, что были с нами. Хочу еще раз поставить тебя. Да? Гитара Руслан Смага, ударный Дмитрий Винников, бас-гитара Евгений Панфилов и Володимир Нестеренко. Ну, меня зовут Ксения Колобанская. Приходите к нам еще, если увидите вдруг афишку. Буду очень рада. Спасибо.